Всем снова привет, мы продолжаем играть Приключения Тинтина, Тайна Единорога, и меня зовут Роман. Все, так, чё, наверх? Ради бога, нельзя ли пойти? Это же Тур де Франс! Да блин, это, конечно, жесть. Игра вообще мало весит. Во-первых, сейчас идет обработка видео, и у меня ничего не лагает, представляете? Это прям как-то круто. Сколько же мы здесь? Выходи давай. Что? Оп! Одного уже нет, и второго тоже. Мы его сейчас просто добили. Что сказать, не повезло мальцам. Оп, опа, все, по морде получил. Идем дальше. Опять библиотека. Извини, но ключ я заберу. Как мне с тобой быть? Чувак, подожди. Тяжко будет. Эй, ты где? Хватит. Ладно, еще поймаем. Опа! Все, ключик мой. Идем дальше. Зонтик в доме открывать — плохая примета. Так, возьмем сразу. Стоп. Эй, а где враги-то? Вот так. Нормально, тут, правда, только крапа. Где все остальное? А вот какая-то дверь. Стоп, может, ключ этот тоже подойдет сюда? Кто его знает? А вот тут тоже тут нужно собаку подсадить. Давай, снежок. Все ясно, давай, полез. Стоп. Продолжаем. Молодец, снежок. Держи. Давай. Беги, беги, беги. Открываем и идем дальше. Без проблем вообще. Старые дома притягивают пыль, как магнит. Так. Кстати, вы с садовником уже поговорили? Жалко, его не убило. Очень жалко. Ну и сквозит в этих коридорах. Меня же продуло. Все, оп. Не повезло. Где же состав для чистки столовых приборов? Опа. Придурки. Да блин, аккуратней надо. Все, опа. Да, про уборку они говорили не зря. Какая-то луна странная. Так, все, залезаем. Как будто ее в фотошопе неаккуратно вырезали. Так, нам вниз. Вот она. Так, еще мы долго я будем чувствую. Бегать, нет? Да чувствую, что чувствуешь. Вот пять враги. Видно и не слышно. Все, оп. Я буду уголовником, как и он. Добрый папа. Вот так. Хоп. Не двигаться. В смысле? Я тебя должен был убить.
Хотя не знаю, может, он их не убивает, просто как-то обезвреживает. Стоп, тут еще какая-то дверь. Есть, Таро. Есть, подожди. Опа. Может, так как-то отсюда можно? Пора выходить! Не царапины! Ола! У тебя не царапины, а мне мучиться. Как? Не о. Двигаться! Да блин, я и стою, блин, на месте, хотя бы как-то атакуй меня. Выходите, молодой человек! Как к тебе подойти-то, гаденыш? Да его ёлка ломана, но это нереально, мне кажется. Вниз давай. Выходите, молодой человек. Сейчас. Есть. Не царапины. Ты как так-то? Эй, не лагай. А, во. Подождите. Выходите, молодой человек. Вот так вот. Не двигаться. Да я не двигаюсь. Пора выходить, не царапины. Ола! Стопудово ты надо, чтобы от стенки отрикошетило и в него. Но только не получается, чтобы отрикошетило-то. Выходите, молодой человек. Есть! Вот так-то надо с вами. Не церемонясь даже. Никогда бы не подумал, что утро будет таким насыщенным. Невероятно! Вот так коллекция! Офигеть! Частный музей! Круто, мой, да? Единорог! О, единорог твой? И еще один. И, их должно Снежок, быть три, по-моему. Помнишь? Из фильма. Три единорога плывут под полуденным солнцем. Это тот сопляк с рынка, да, Макс? У тебя, сдается мне, наша вещь. О чем это вы? Это мой корабль. Я его купил. Надо было по-хорошему продать, когда предлагали. И вам тоже. А, вы ведь ищете единороги, да? А тебе зачем нужны единороги? Моделей было три, и все собрал сэр Фрэнсис Хэддок? Наследство для трех сыновей. Замолчи, много болтаешь. И у каждого в мачте спрятано по свитку. Интересно, что это значит? Ничего. Обычные корабли. Думаете, я поверю? Дело-то, наверное, в зарытых сокровищах. Я прав? Ты слишком любопытен. Что поделать? Работа такая. Хватит! Пацан, беги. Если свиток у тебя, отдай. Или что? Бай-бай. Так, теперь убегаем. Осторожно. Как долго мучились, залезая в это здание. Золотей. Теперь так. Сейчас покажу тебе крепкий. Теперь нужно отсюда вообще уйти. А? На помощь! Что? Что? Эй! Блин! Что? Так нечестно, ребят! Гады! Хватит! Стоп! Хватай! Опа! Теперь беги. Беги, Форест. Оп, двоих. Одним ударом. Ключ мой. Отцепляйся давай. О, как тебя сканоёбило-то. А теперь... посмотрим, единороги, что вы скрываете.
Так. Так, как-то. Так, ну опять нужно сделать единорога. Так. Так. И так. Оп. Свиток. Ничего. Нет. Наверное, мой. Посмотрим в другом. Наверное, в нем тоже нет. Скорее всего. Ну, давай. Так. Так, вот, стоп. Так вот. Давай. Оп. Что-то неправильно. А ну все. Или чуть не так. А во. Есть. О, эй, Снежок, нашли. Тоже пусто. Ну это было предсказуемо, но... конечно. Что они вытащат свитки эти. Маленький паршивец. Ничего себе. Ты ведь это ищешь? Он вас люстрой грел, как вы встали, а я не пойму. Побежали. Что, мне сейчас задавит, что ли? Так. На своем запорожце. Давай, беги, беги, беги. Ой-ой-ой, нет, не надо давить, не надо давить. Оп. Не успели. А, успели. Блин. Ребят, так нечестно. Да не в ту сторону, придурок. Тинтина, давай. Тинтин. Оп. Опа, успел. Фиг вам. Уроды. Не успеешь. Оп. Все, успели. Ты что мне делать-то, а? Фак. А все. Догнали. Средний шанс, мальчишка. У вас даже оружия нет. Нет его у меня. Сперли, поди. Ты нам больше не нужен. А? Кто бы вам шарахнул? Капитан, что ли, какой-то? Спасибо, господа. Похоже, я у вас в долгу. Или это карманники? Алан, нашел! Да, капитан. Что вы делаете? Вы что, тоже ищете... Кто вы? И нашего Антинтина тоже они огрели. Собирай его. А собачка одна осталась. Так. Бонуса нет. Продолжаем приключения. Стоп, чуть не пойму, куда идти. Нам сюда, видимо. Мы готовы. Я буду в кубрике. Так, и вот корабль, новая локация. И мы залезли? Это чей пёс? Какой? Это наш пёс. Ну что, парень, как новая каюта? Кто вы? Куда вы меня везете? В круиз. Путешествие расширяет кругозор. Не находишь? Вы работаете на братьев Птич?
Братья Птич уже не проблема. Можно сказать, они были весьма полезны. Мой босс ищет свиток. Где он? Извините, ничем помочь не могу. Ты его обыскал? Ну да, удостоверение и все. Свитка нет. Сбросим его за борт? Валяй, Чуть залагнуло. Умник, с боссом потом объясняйся сам. Всякое бывает. Не Я аж сам испугался. Срочно надо. Капитан, он... Что еще? Он рвет и мечет. Ладно, иду. На твоем месте я бы начал уже говорить, пока не прибыли в порт. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи. Играйте только в хорошие игры.